Дорогие друзья, я с большим удовольствием представляю вам еще одного члена жюри сегодняшней игры «Миссис Лиги КВН». Это Ирина Ортман. Привет, Ирина. Привет, привет, ребята. Как настроение? Настроение прекрасное, если учитывать, что я простояла 1:15 в пробке, там, где нужно проехать за 5 минут. Но я сюда, у меня настроение поднялось, спасибо. Да, я вижу, что настроение отличное, это здорово. Ир, насколько я знаю, ты закончила Институт современного искусства и там преподаешь, верно? О, как приятно, что ты осведомлена, да, совершенно вот. Верно. Скажи, пожалуйста, твои ребята играют в КВН? Мои студенты не играют в КВН. К сожалению, на базе нашего института нет пока ничего подобного, но я надеюсь, что у нас есть все шансы. У нас очень много юмористов. Ир, вот что-то мне подсказывает, что ты играла в КВН когда-то. Я даже... Черт побери, это так ложно. На самом деле, у меня вообще проблемы с чувством юмора. Я не понимаю, почему меня зовут жюри, потому что там, где смешно, я не всегда смеюсь, а там, где не смешно, я хохочу, сумасшедшая. Ну, я думаю, что неординарные члены жюри тоже очень нужны и важны. Мне всегда говорят, да, что у меня проблемы с чувством юмора, хотя, конечно, я так не считаю. Ира, какое можешь дать напутствие сегодняшним командам? Я хочу, чтобы все просто расслабились и получили удовольствие, чтобы улыбались и были счастливы, и нам это тоже передастся. Ребята, знаете, что вы лучшие. Должен каждый так думать, тогда будет успех. Мне вот все-таки интересно, если бы тебе сейчас на данном этапе предложили поиграть в КВН, ты бы согласилась? Думаю, да, почему бы нет. Какую-нибудь музыкальную, вокальную роль я бы запросто смогла выполнить хорошо. Ир, спасибо тебе большое за интервью. Канал ТВ-Шанс, в частности, я, Вера Аметистова, желаем тебе больших-больших успехов на твоем поприще творчестве. Люблю вас. Спасибо.